Робототехника и компьютерные технологии давно и основательно вошли в нашу жизнь. С ними связано большое количество профессий, которые в ближайшие несколько десятков лет точно будут находиться на пике популярности. Именно поэтому молодежь со школьной скамьи стремится выбрать для себя что-то, связанное с точными науками. Хорошей базой для профориентационной работы, подготовки научно-практических исследований, образовательной деятельности теперь станет STEM-центр. Физико-математический факультет стал обладателем такого тематического кабинета, оборудованного по последнему слову техники. Создается вот в нашем университете такой STEM-центр, основная задача которого, как я уже сказала, популяризация физико-математического образования, приобщение детей, имеется в виду как школьников старших классов, так и среднего звена, к обучению робототехнике, решением олимпиадных задач, различных мероприятий, связанных с физико-математической направленностью. И, конечно же, в рамках этого центра мы будем сотрудничать как с управлением образования области, районов, где будут совместные проходить мероприятия и с учителями физики, математики. И, конечно же, будем повышать интерес у учащихся школ к изучению физико-математических дисциплин. И, соответственно, как результат, мы на это надеемся, поступление наших выпускников школ в наш университет. Открытие новой образовательной площадки состоялось в присутствии почетных гостей. Событие знаковое не только для региона, но и в целом для страны. Учебная база современная и практикоориентированная. Она будет востребована как среди школьников старших классов, как среди студентов, так и среди педагогов. Здесь планируют проводить мастер-классы и семинары для учителей. Мы планируем, конечно же, обязательно работу в данном центре представителей педагогических классов по данному профилю. Мы планируем, что это станет базой для подготовки олимпиадников наших и по переподготовке, повышению квалификации специалистов по данному профилю. Вообще, отмечаю достаточно плодотворное сотрудничество наше с университетом в проведении олимпиад, специальных мероприятий в данном направлении и в целом с педагогическим сообществом области. Тематическая аудитория с первых минут впечатлила приглашенных школьников. Им предложили собрать свою мобильную конструкцию. Руководство вуза уверено, что через такие мероприятия и общение в рамках STEM-центров в вузы будет приходить более образованная и заинтересованная молодежь, выбирая для себя профессии, связанные с точными науками.